Джефф, мы кое-что нашли. Главная новость. В Хэппи Холлоу полиция ищет школьника Райана Хадсона. Милая, ты понимаешь, о чем я? Да, он в моем классе английского. Наше загадочное послание вызывает вопросы. Вы слышали о Райане, верно? Да. Его отсутствие привлекло больше внимания, чем мое постоянное присутствие. Вы злитесь на того, кто отсутствует. Это рок-традиция. У дьявола всегда лучшие мелодии. Люди боятся. Вы хотите этим воспользоваться? Мы хэви-метал-группа. Позвольте сказать вот что. А что, если Дилан что-то нашел, а мы не заметили? Впытывать чистое зло? Серьезно? Он же почуял что-то в комнате, верно? В этом городе есть чего бояться. Кто здесь слышал о Дилане Кэмпбелле? Думаю, тут что-то зловещее. Главная уловка дьявола — убедить мир в своем несуществовании. Он захватил этот город. Это нечто. Значит, его там нет. Возможно, некоторые наши фразы — настоящие сатанинские стихи. Мы купили их в архиве, а не в книге о духах.